В молодежном центре «Патриот» прошел круглый стол в рамках антинаркотического месячника. Основная цель беседы – увлечь молодежь интересными делами, например, занятиями спортом, волонтерством. Прошла беседа «Антинарк», посвященная здоровому образу жизни. В ходе беседы учащимся рассказали о здоровом образе жизни и о вреде наркотических веществ, алкоголя и так далее. Мы пытаемся с раннего возраста приобщить детей к здоровому образу жизни. Организаторы отметили, подобные мероприятия они будут проводить регулярно, чтобы рассказывать подросткам о вреде курения и алкоголя.